Сегодня у меня необычное видео. Пока Лариса занимается все эти дни заготовками, я тут занимаюсь покраской карниза, или как его назвать. Вот видите, вниз идет. Там внизу наша тепличка, где растут помидоры. А вот это карниз. Он красил я его последний раз лет 7 назад. Он выцвел. Я тут шоркал шлифмашиной, углой шлифовальной. Видите, еще стружка до сих пор. Вот здесь внизу накрутил вот так вот ручечки. Так вот хватаю, держусь, наступаю. Высота здесь примерно 7 метров. Ну и крашу. Вот коричневый уже на раз покрасил, а белый еще не красил. Сейчас буду красить. Ну и что могу, покажу. Он налил краски. Сейчас только что показывал вам, как я краску наливал. Ну, попытаюсь красить. Это я специально показал вам вот по таким кусочкам, примерно сантиметров по 30. Сначала надо будет покрасить вот этот свес на один раз. У носа летают. Потом на второй раз. На один раз коричневый я покрасил, и два раза вот сейчас надо на белый будет красить. Поэтому не знаю, как я буду снимать. Боюсь уронить камеру. Там он достаточно высоко. Я говорю, 7 метров. Вот это крыша нашего гаража. А вот панорама сверху. С высоты птичьего полета, так сказать. Там вон березки растут. Это наша улица идет. Ну и соседние дома. А это я сделал подмости. Уже давно все никак разобрать не мог. Ну, пришлось еще раз красить. Перед тем, как разбирать, решил покрасить сначала карниз. Он от солнышка выцвел. Вот с этой стороны солнце весь день, зимой и летом. Коричневым покрасил на два раза, белым кусочек вот до сюда покрасил на два раза, а там вот сейчас крашу продолжаю. Ну вот, ребят, прошел год. Видели, как я изощрялся, лазил там на 7-метровой высоте, вон на том коньке. Вот, и вот смотрите, прошел год, и вся краска облезла. Особенно коричневая. Белая еще более-менее держится. Ну, видимо, отражает солнышко, но тоже немножко пооблазило. Так вот, когда я покрасил первый раз, точно такой же краской, PF-115, она простояла, ну, порядка... Так вот, в таком первозданном виде года 3. Потом стало потихоньку меркнуть. А сейчас прошел год, и видите, что? Опять надо красить. Короче говоря, вот эти все покраски. Пробовал я красить, перейду с одного на другое, специальной краской. Значит, что скажу? Если солнечная радиация, все эти краски, все это, ну, мягко говоря, на букву «Г». Надо все-таки делать все-таки металлической вот такой. Или краску какую-то, я не знаю, какую краску по дереву, чтобы она вот держалась как на металле. Значит, вот этому металлу уже 9 лет, он как новый стоит. Ну, видимо, покрашен правильно в заводских условиях. Вот такие дела. Так что, если краской красите, красьте в тени, снаружи, на солнечной стороне, где солнце больше 12 часов в сутки. Вот на этой стороне. Ну, как-то не очень. Там краска вот за этим желобом тоже покрашенная. Вот она 9 лет назад до сих пор держится. То есть она немножко в тени за этим желобом. И солнце здесь заглядывает в основном только летом. Зимой это у нас западная сторона. Редко попадает сюда солнышко. Ну, попадает, но совсем уже мало. Ну, вот держится. Значит, подытожим. Солнечная сторона окрашиваться краской PF-115 нежелательно.
нужно подбирать какую-то другую краску, либо отделывать все металлом, ну или пластиком на худой конец. Все, всем пока. Красим карнизы.